Вишудхарджуна Кришнадас. Продолжаем читать Шримад Бхагаватам с переводами и комментариями Абхай Чарнаравинда Бхактивиданта с вами Прабхупады, ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Хотел ответить на один вопрос. Да, тут целых два вопроса. Один – это что такое коллективная карма? Слышал ли что-нибудь я о понятии коллективная карма? Ну, я, конечно, слышал о понятии коллективная карма, но я не встречал этого термина в книгах Шрилы Прабхупады, поэтому размышлять на этот счет не буду. Единственное, что могу сказать, что каждый летит в своем самолете. Просто коллективная карма – это означает, что люди с одинаковой кармой встречаются вместе по воле судьбы и действуют вместе, и умирают также вместе. Как мы знаем, там самолеты падают, лифты обрушаются, автобусы там в пропасти падают, и все погибают. Вот. Но кто-то остается живой, это означает, что у него судьба по-другому распорядилась. Поэтому ничего особого насчет коллективной кармы сказать не могу. Именно потому, что об этом я не встречал ничего в книгах Шрилы Прабхупады. Еще один вопрос. У нас на алтарях стоит парампара из пяти личностей. Когда-то это должно измениться. Ведь то, что происходит сейчас, на обрыв цепи не похоже и многоточие. Ну да, обрыва цепи нет, просто надо понять, кто такой Шрила Прабхупада. Это не просто звено в цепи, это основатель ачарья определенного движения. И в том, что касается именно этого термина ачарья-основатель, таких личностей не так много. На Земле они приходят с определенной периодичностью. И можно сказать, что эта личность, не умаляя всех предыдущих в парампаре, можно сказать, что эта личность является ключевой именно в распространении всемирного движения Санкиртаны. Мы знаем, что есть подобные личности, такие как Иисус Христос, Магомед, или Будда, или Шанкарачария, или Чайтанья Махапрабху, которые приходят приблизительно раз в 500 лет, или Мадхвачария. Они приблизительно раз в 500 лет приходят и устанавливают определенные стандарты на продолжительную перспективу. И от того, как эти стандарты будут соблюдаться, зависит, как это движение будет развиваться. В этом именно смысл гуру Парампары, что она следует, она идет без перерыва, но периодически она прерывается. Поэтому периодически приходит Кришна или его представители, такие как Шрила Прабхупада, чтобы эту цепь восстановить. Бхактивинод Такур был таким, он также восстановил эту цепь. Бхактистан Сарасвати начал распространять это движение Чайтанья Махапрабху широкомасштабно на территории Бхараты Варши, Индии. И Шрила Прабхупада, Абхай Чарнаравинда, Бхактивиданта с вами, он уже широкомасштабно это сделал по всему миру. И его значение нельзя принижать ни в коем случае, хотя есть и другие, кто также стараются это делать на территории Земли. Вот. Но деятельность Бхактивиданта с вами Прабхупады, трудно ее переоценить и трудно ее сравнить с кем бы то ни было другим, именно по масштабу, по распространению книг, по распространению самого учения Чайтанья Махапрабху, по масштабности движения во всем мире. Конечно, это движение претерпевает определенные изменения, где-то есть неудачи, где-то достижения,
Но мы видим, что это движение распространяется, и автор вопроса он задал именно так, что не прервалась ли эта парампара. То есть вот есть у нас 5 человек, и дальше уже никого нет. Но в принципе не обязательно, чтобы кто-то там был дальше. Потому что основатель ачарья означает, что эта личность начинает новую линию в парампаре, линию, которая будет долгое время идти. Поэтому нет нужды после этой личности ставить еще кого-то другого, какое-то промежуточное звено. Тот, кто предлагает на алтаре поклонение, он может поставить изображение своего духовного учителя, который тоже находится в цепи преемственности. И так это будет и дальше продолжаться. Поколения будут сменяться, и, скорее всего, Шрила Прабхупада так и будет оставаться последней личностью на протяжении многих сотен и тысяч лет, которые будут стоять на алтаре, именно в разделе Гуру Парампара. То есть цепь не прервалась. Каждый из нас может стать звеном в этой цепи. Это хотел Чайтанья Махапрабху. Он хотел, чтобы люди на земле присоединились к этому движению Санкиртаны, стали гуру, то есть стали представителями парампары. Вот эту вещь важно понять, что на нас лежит ответственность. Ее возложил на нас Чайтанья Махапрабху, Верховная Личность. Он ее возложил на каждого жителя в этой вселенной. Он обратился ко всем людям, живущим и тем, кто придет после, на ближайшие многие-многие тысячи лет. Он обратился к каждому. Станьте гуру и распространяйте это движение повсеместно. Голукера Прематхана Харинама Санкиртана. Это движение Санкиртаны не является частью этого мира. Оно не зашло из Голоки Вриндаваны. И оно не имеет отношения к каким бы то ни было культурам, религиям, философиям, социальным укладам, национальностям, которые находятся на Земле сейчас. Оно наднационально, надрелигиозно, надкультурно, надсоциально. Оно находится над или вне. Оно имеет отношение непосредственно к живому существу, независимо от всех измов, которыми было бы наполнено это живое существо. Социализмов, коммунизмов и так далее. Национализмов. Поэтому важно присоединиться к этому движению и распространять его. Те, кто присоединился, ничего не потеряют в результате этого. Ни культуры своей, ни религии, ни национальности, ни социального уклада ничего не потеряют. Это обещает Чайтанья Махапрабху. Его слову можно верить, потому что это верховная личность. Он не обманывает. Он не будет лукавить, ему незачем лукавить, потому что все принадлежит ему. Нет чего бы то ни было, чтобы не принадлежало ему. Поэтому ему нет нужды обманывать, лукавить, вводить в заблуждение. Это могут делать так называемые сильные мира сего, потому что они не являются полноценными хозяевами. Они сейчас пытаются взять власть в мире, поработить, так сказать, все человечество, поставить под контроль, точнее. Может быть, кого-то там вообще стереть, уничтожить, объявить излишними. Но им приходится прибегать к обману именно потому, что они не являются полноправными хозяевами этого мира. Поэтому они из политических соображений, дипломатических, так вот действуют, вводят в заблуждение, накинули сейчас на весь мир эту так называемую пандемию, в необходимости которой многие-многие здравомыслящие люди сомневаются. Почему это происходит? Потому что они не полноправные хозяева мира и никогда ими не станут. Здесь есть уже хозяин.
Верховная Личность, Бхагаван Шри Кришна. Нет никого выше Его, нет никого равного Ему. Все покоится на Его желании, на Его планах. Поэтому Ему самому нет нужды вводить в заблуждение кого бы то ни было. Ему не надо ничего ни у кого отбирать. Все и так принадлежит Ему. Поэтому самый лучший выбор для живого существа, для человека стать сотрудником этого движения, стать гуру и распространять это движение повсеместно. И вот о том, как это происходило в 90-е годы, я еще одну историю написал. Это 94-й год. Это продолжение истории про пищу жизни, про Food for Life. Рассказ называется «Фестиваль многодетных семей». Я даже представить себе не мог, что маховик программы «Пища для жизни» закрутится так быстро и с такой силой. Буквально через несколько дней один из нас, я уже не помню кто, во время распространения книг познакомился с руководителем клуба многодетных семей. И мы были официально приглашены на их регулярную встречу. Встреча проходила в самом большом доме культуры Кургана, ДК машиностроителей, в центре города. На этой встрече ожидалось присутствие 500 детей из многодетных семей, не считая их родителей. Мы очень хорошо подготовились к этой программе. Получили на овощебазе выделенные нам мандарины килограмм 50 и наделали огромное количество сладостей. В те времена наиболее распространенными сладостями были конфеты из сухого молока и сгущенки, а также пудинг из манной крупы, халава. Сухое молоко и сгущенку я раздобыл в большом количестве на районном молочном комбинате, где мой близкий родственник работал одним из руководителей. Естественно, за даром или почти за даром. А что касается халавы, то мы трансформировали широко известное в кришнаистских кругах блюдо, которое обычно раздается горячим и мягким, следующим образом. Мы размазывали готовое блюдо на противнях и глубоких подносах. Затем, когда масса остывала, мы выкладывали ее стопкой, поднос за подносом, на большой поднос, пересыпая ряды кокосовой стружкой. Получалось прочное сооружение высотой сантиметров 30, состоящее примерно из 10 слоев. Упакованная таким образом, халава легко транспортировалась и легко раздавалась на месте путем нарезания ее ножом слой за слоем. Надеюсь, вы поняли как. В тот раз был наш первый опыт проведения таких массовых мероприятий. Народу в зале собралось очень много, около 800 человек. Мы привезли фрукты, сладости и напиток в большом количестве заблаговременно и все разложили на нескольких столах в просторном фойе, в то время, когда шло мероприятие в зале. И было все это устроено как сюрприз для детишек. Этакая новогодняя елка. По крайней мере, мы старались устроить это именно так. Мы хотели поднести все таким образом, чтобы у детей сохранилось неизгладимое впечатление от нашего просада. Итак, в предвкушении мы ожидали антракта, когда дети, истомленные мероприятием, которое само по себе не было особо интересным для них, выбегут в фойе и, к своему удивлению, наткнутся на наши столы с разнообразными вкусностями. Неожиданно из зала выбежала руководительница клуба и направилась в мою сторону со следующими словами. «Алексей, срочно пойдемте в зал. Скоро антракт, и вам надо представиться и сказать несколько слов о предстоящей акции. Иначе родители ничего не поймут и будут в напряжении, а дети просто сметут вас вместе с вашими столами». Я немедленно последовал за этой доброй женщиной в зал. В те времена мы обычно ходили везде и всюду в вайшнавской одежде. По крайней мере, я. Вот и в этот раз я появился на сцене во всем своем брахмачарском великолепии. На мне были шафрановые дхоти, курта и чадр. Весь этот колорит дополняла лысая голова и всегда большая тилака на лбу. Ну, приблизительно как сейчас. В таком вот виде появился я перед многосотенной толпой женщин и маленьких детей. Честно признаться, я был впервые перед таким большим собранием людей с речью. Даже не был подготовлен ни морально, ни физически. Поэтому после того, как был представлен уважаемый ведущий, начал напролом. «Уважаемые женщины и дети,
Я представляю международную организацию «Харе Кришна». По всему миру мы устраиваем праздники, на которых угощаем всех желающих вкусными вегетарианскими сладостями. Вот и сейчас мы приготовили для всех вас, без исключения, много тысяч вкусных сладких шариков и кубиков, а также наша городская овощебаза предоставила для вас 50 килограммов мандарин. Пожалуйста, попробуйте то, что мы приготовили для вас с любовью и уважением ко всем вам и вашим нелегким многодетным заботам. И, пожалуйста, повторите сейчас за мной великую песню освобождения «Харе Кришна». После того, как весь зал дружно повторил по два слова «Харе Кришна» мантру, что наполнило меня абсолютным счастьем, слово взяла ведущая программа. Она попросила родителей организовать своих детей так, чтобы они не передавили друг друга во время раздачи фруктов и сладостей. Я быстро выбежал из зала и объявил среди своих повышенную боевую готовность. И вот, в назначенное время, мы услышали стремительно нарастающий шум. Двери зала распахнулись, и в нашу сторону с радостными криками устремилась огромная толпа детишек. К чести родителей, их помощь в раздаче просада состоялась на высшем уровне. Мамы дружно выстроились в два ряда и устроили так, чтобы дети не толпились у стола сразу все. Мы в количестве 10 человек едва успевали наливать напиток и раскладывать сладости и мандарины в руки счастливых детей. Их энтузиазм был так велик, что в считанные минуты все эти горы просада были буквально сметены с наших столов. Эти маленькие дети были явно не избалованы таким вот вниманием со стороны внешнего мира в те непростые постперестроечные времена. После того, как этот бушующий детский океан схлынул обратно в зал на культурную программу, десятки их, опять же, не избалованных вниманием мам подбежали к нам с выражением глубокой признательности за устроенный для их детей сладкий праздник. А в конце и сама руководительница клуба многодетных семей, сама многодетная мама, тепло поблагодарила нас и предложила и дальше участвовать в этих мероприятиях, которые к тому времени проходили раз в квартал. На что мы любезно согласились. Так вот неожиданно и в разные стороны текло движение Санкиртаны в славном городе Кургане в те необычные времена. На то оно и движение, чтобы распространяться неожиданно и непредсказуемо. И так когда-нибудь это великое движение перерастет в наводнение любви к Кришне, которое все и затопит. Такая надежда переполняла нас в те времена, не покидает и сейчас. Так вот все происходило. Я молюсь о том, чтобы это было и сейчас так же. С таким же масштабом, с таким же энтузиазмом. Потому что люди не изменились. Люди остаются такими же. Слабыми, боязливыми, нерешительными, одинокими. Вот сейчас тоже надвигаются необычные времена. Чем-то мне это напоминает такое предвкушение, что такое начало 90-х будет. Возможно, это будет так, возможно, нет. Посмотрим. Мы не знаем будущего. Знаем только одно, что будущее светло и прекрасно, и оно спланировано читанием Махапрабху именно таким образом, что движение Санкиртаны будет торжественно шествовать. И мы будем торжественно шествовать вместе с ним. Давайте читать Шримад Бхагаватам. Ом намо Бхагавате Васудевая, Ом намо Бхагавате Васудевая, Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 21, беседа Ману и Кардамы. Текст 17. Локамшча локанугатан пашумшча хитва шритасте чараната патрам параспарам твад гунавада ситху пиюша нирья питадехатхармаха. Те же, кто отрекся от рутинной мирской деятельности и прекратил общаться с ее приверженцами, ведущими животное существование, те, кто укрылся под сенью твоих лотосных стоп и в беседах друг с другом наслаждаются пьянящим нектаром твоих качеств и деяний, избавляются от необходимости удовлетворять насущные потребности материального тела.
Просто фантастический стих. Комментарий Шрилы Прабхупады. Рассказав о необходимости семейной жизни, Кардама Муни подчеркивает, что институт брака, как и всякая другая рутинная деятельность в человеческом обществе, предназначен для тех, кто привязан к материальным чувственным удовольствиям. Принципы животного существования – еда, сон, совокупление и оборона – являются потребностями материального тела, но на тех, кто посвятил себя трансцендентной деятельности в сознании Кришны и оставил те виды деятельности, которыми обычно занимаются люди в материальном мире, не распространяются правила, действующие в обществе. Обусловленные души находятся в плену материальной энергии или вечного времени, прошлого, настоящего и будущего. Но тот, кто действует в сознании Кришны, выходит за пределы прошлого и настоящего и посвящает себя вечной деятельности души. Чтобы наслаждаться материальной жизнью, нужно действовать в соответствии с предписаниями Вед. Однако того, кто занимается преданным служением Господу, не касаются правила, действующие в материальном мире. Такие преданные не обращают внимания на законы материальной деятельности. Они без колебаний укрываются под сенью лотосных стоп Господа, которые, подобно зонту, защищают их от раскаленного солнца, повторяющихся рождений и смертей. Просто фантастические слова. Давайте немного их разберем. Здесь говорится о семейной жизни, о жизни в стране, о законах, которые действуют. И Шрила Прабхупада так вот совершенно однозначно провозглашает, что если человек действительно действует в сознании Кришны, то законы природы, законы государства, законы социума, любые законы перестают на него действовать. И вот здесь может возникнуть такое неверное представление такое. Потому что такое утверждение может натолкнуть человека на мысль, что ага, эти люди призывают к тому, чтобы перестать быть законопослушными. И у вас, наверное, тоже сложилось такое впечатление. Но хочу указать вам в обязательном порядке на то, что Шрила Прабхупада говорит не об этом. Он говорит не о том, что человек в сознании Кришны перестает быть законопослушным. Он говорит совсем о другом. Он говорит, что законы государства или семьи или еще чего-то перестают влиять на него. Это означает, что он может действовать по своему усмотрению, и внешние силы не смогут его остановить. Это не означает, что он становится таким протестантом, знаете, он там национальную какую-то партию создает и идет, бросает всем вызов, как вот сейчас объявили, у нас ввели обязательное ношение масок в автобусах, в магазинах. И кто-то протестует против этого и демонстративно не делает этого. Ну, я в частности. Ни разу не надевал еще маску и надевать не собираюсь. Ну, хотите, что хотите со мной, то и делайте. Вот. Вопрос здесь не в демонстративности. Кто-то это может демонстративно делать. Но в чем отличие? Я не говорю о том, что я действую в сознании Кришны в данном случае. Я скорее действую в соответствии с русской натурой, которая всегда такая независимая, такая непреклонная и так далее, и так далее. Вот. Но в чем отличие человека, который действует в сознании Кришны? Отличие в том, то есть что означает, что законы перестают на него действовать. Это означает, что такой человек становится невидим для действующих законов. Невидим. То есть он продолжает действовать. Он может быть законопослушным, может не быть законопослушным, может действовать вопреки законам. Но законы
они как будто не видят его. Вот эти камеры, они как будто перестают видеть такого человека, отслеживать его деятельность и подвергать наказанию. Потому что наказанию может подвергаться только человек, который совершил какие-то поступки, и теперь он за эти поступки рассчитывается. В этом мире ничто не остается неучтенным. Каждый наш шаг записывается и оценивается. И каждому нашему шагу дается определенное вознаграждение или возмездие. Это называется закон кармы. И это следует за нами из жизни в жизнь. Но это не касается тех, кто действует в сознании Кришны. Осталось только теперь начать действовать в сознании Кришны. Посмотрите, насколько это прекрасно, насколько велика свобода такого человека, который действует в сознании Кришны. И это ли не это может являться для нас таким привлекательным? Это может стать одной из причин, почему человек захочет стать сознающим Кришну, чтобы обрести вот именно такую полную свободу. Это не является высшей целью, потому что высшая цель сознания Кришны – это познакомиться с Кришной и подружиться с Ним, и развивать с Ним все углубляющиеся и усиливающие взаимоотношения. Но также желание вот такой полной свободы также неплохо. Желание экономического благополучия и процветания, и удовлетворения чувств также неплохо, если это связано с Кришной. Дхарма, артха, кама и мокша – вот эти четыре ступени развития человеческого общества и человека как такового, они имеют место быть, и это неплохо. Но гораздо лучше – это просто действовать в сознании Кришны без каких-либо мыслей, без желания быть свободным и независимым. Это лучше. Постоянное переселение души из одного тела в другое является главной причиной наших страданий в материальном мире. Обусловленная жизнь в материальном мире получила название самсары. Тот, кто в прошлой жизни совершил много добрых дел, может родиться в хороших материальных условиях. Однако неумолимый закон, обрекающий живые существа на рождение и смерть, делает их жизнь подобной бушующему пожару. Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит об этом в молитве, обращенной к духовному учителю. Самсара, круговорот рождения и смерти, подобно лесному пожару. Лес не поджигают специально. Лесной пожар возникает стихийно от трения сухих деревьев. И его не в силах потушить ни пожарная команда, ни сочувствующий прохожий. Погасить разбушевавшийся лесной пожар могут лишь потоки дождя, пролившиеся из грозового облака. Милость духовного учителя сравнивают с таким облаком. По милости духовного учителя на небосклоне материального существования появляется облако милости Верховного Господа. И после того, как на человека прольется дождь сознания Кришны, пожар его материальной жизни гаснет. Об этом же говорится в данном стихе. Чтобы вырваться из рутины обусловленной жизни и покончить с материальным существованием, нужно укрыться под сенью лотосных стоп Господа. Но не так, как это делают имперсоналисты, а занимаясь преданным служением, то есть слушая и пересказывая повествование о деяниях Господа. Только тогда человек сможет выпутаться из сетей материальной кармической деятельности. В этом стихе Кардама Муни призывает нас покончить с обусловленной жизнью в материальном мире и отказаться от общения с так называемыми цивилизованными людьми, которые, несмотря на внешний лоск, по сути дела, следуют шаблонным принципам животного существования, едят, спят, обороняются и совокупляются. Слушание и повторение повествований, прославляющих Господа, названо здесь Твадгуна Вада Ситху. Только тот, кто пьет нектар повествования об играх Господа, может избавиться от пристрастия к хмелю материальной жизни. И вот здесь опять же может возникнуть вопрос,
То есть здесь дается такой механизм, конкретный механизм, как избавиться от влечения к материальному существованию. И кто-то может сказать, а что плохого в материальном существовании? Что плохого в современной цивилизации? Что плохого в общении с, как говорит Шрила Прабхупада, так называемыми цивилизованными людьми? Потому что это же все, кто нас окружает здесь. Это наши друзья, родственники, мужья, жены, дети, члены правительства, школьные учителя, да кто угодно, дворники, с которыми мы пересекаемся каждый день. Кто угодно. Ведь это все относится к так называемому цивилизованному обществу. О чем же здесь говорится? Что плохого, а что хорошего? Ведь это порабощает нас. Шрила Прабхупада не призывает здесь уйти в лес куда-то и отказаться от деятельности, спрятаться, как многие, знаете, как только наступает очередная волна какого-нибудь конца света, я вот уже пережил не один конец света за свою 50-летнюю жизнь. И в советские времена концов света-то особо не было. Но когда началась перестройка, ускорение, гласность, когда все это привело к развалу великой державы Советского Союза, когда жизнь наша так неожиданно изменилась, то вот где-то с конца 80-х годов, я думаю, 4 или 5 концов света я точно уже пережил. И, как обычно, самый сильный конец, конечно, света предрекали на начало 2000 года. И уж тут народ закупался как только мог. Мешками покупали какие-то дешевые продукты, сахар, муку, ячмень, какой-нибудь там овес, знаете, то, что подешевле, складывали на балконах. Потом, когда конец света благополучно не состоялся, все это пропадало. Поэтому в 2012 году уже конец света был не такой масштабный, то есть уже не так сильно к нему готовились. А кто-то даже выходил на улицу в Новый год и кричали «С концом вас света!» и запускали хлопушки, знаете. То есть люди склонны вот к таким действиям постоянно, склонны вот уходить в такое мнимое отречение, боясь за свою жизнь. То есть все, что сейчас происходит, посмотрите, людей заперли в домах, и люди могли бы спокойно не подчиняться этому. Но кто запер нас в домах? Пожилые правители, которые сами боятся за свою жизнь. Ведь правители в основном это те, кому больше 50-60 лет. И они боятся за свою жизнь. Они сказали, сидите дома. Мы могли не сидеть дома, а спокойно продолжать жить своей жизнью. Но мы боимся, что нас оштрафуют, что нас предадут анафеме, еще что-нибудь такое. Посадят в тюрьму за умышленное заражение. Вот. То есть вся причина именно в том, что человек как таковой боится смерти, боится неожиданной смерти, как говорил Воланд, что смерть, она неожиданна, и человек даже не знает, что с ним произойдет в ближайшие минуты. Поэтому люди действуют так или иначе именно на основании страха перед смертью. Они боятся конца света, поэтому пытаются сбежать куда-то в лес, бросить свои обязанности, уединиться, закрыться. И они думают, я вот так вот проживу, там обложиться телефонами, компьютерами, запастись видеодисками, чтобы с удовольствием провести оставшиеся годы жизни, поедая продукты приготовленные. Да? Люди так думают, поэтому и запасаются, поэтому и слушаются правительства и так далее. Именно из-за страха смерти. Но человек, который не боится страха, не боится смерти, у которого нет страха, человек, который обладает знанием, который самоидентифицировался, как это однажды сказал
небезызвестный всем Греф, вы наверняка слышали его выступление, что людям нельзя давать знания и свободы, а людям нельзя давать над человеческого такого знания, иначе они самоидентифицируются и будут неуправляемыми. То есть такие люди, такие правители боятся этого, как смерти. Для них это хуже смерти, дать людям знания, дать людям возможность получить трансцендентное знание и стать свободными. Вот в этом именно заключается смысл этих строк Шрилы Прабхупады. Не просто отказаться, не просто бросить все, не просто уйти из общества людей, а уйти от страха перед смертью, обретя настоящее знание и самоидентифицировавшись. То есть поняв, что я вечный, я не умру, я никогда не умру. Просто тело может смениться, но я вечный. Вот такой человек, даже живя в обществе, он не становится его частью. Он не становится частью людей, общества людей, смертельно боящихся смерти. Боящихся, что с ними что-то произойдет неожиданное. Именно в этом смысл. Поэтому не надо никуда уходить, не надо ничего бросать, не надо ничем запасаться. Ну, чуть-чуть можно запастись. Так, на всякий случай, для спокойствия ума. Надо оставаться, жить в этом обществе, жить в семье, выполнять свои обязанности. И при этом распространять движение Санкиртаны, распространять вокруг себя бесстрашие. Распространять вокруг себя идею самоидентификации, самоосознания. Вот это слово, оно больше сейчас подходит. Самоидентифицироваться. То есть понять, кто я такой. И начать действовать на платформе чистого я. И это наша обязанность. Исполняя наши обычные обязанности, также нести вот это бремя обязанности, взять на себя бремя ответственности за распространение движения Санкиртаны. Это наша обязанность, не просто обязанность членов Международного общества сознания Кришны. Это уж в первую очередь, но это обязанность каждого живого существа, каждого человека, живущего в этом мире, стать гуру и распространять чистое трансцендентное знание вокруг себя, каждого живого существа. Подумайте, пожалуйста, об этом. А я закончу сейчас читать. Задавайте вопросы. И до следующих встреч.